Нам очень нужны книги про родной край. Челябинскую область. Мы готовим проект и хотим обрести тему. Сейчас подберем. Может, в Челябинске 1484 улицы, самая длинная из них проспект Победы. Ее протяженность 12 километров. Ленинградский мост называют мостом из Урала в Сибирь. По территории Урала проходит граница Европы и Азии. Эту тему уже взяли Катя и Оля. Вот! Если сесть в лодку и поплыть по реке Миас, то можно оказаться в Северном Ледовитом океане. Мы же не сможем плыть на лодке. Что в Челябинске есть кирпич, который предсказывает погоду. Ребята, мы сегодня столько узнали. А мы...